Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет большая распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Спасибо, что вы со мной. Кто впервые на моем канале и еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Впереди вас ждет много чего интересного. Всем хорошего настроения и поехали! Первая посылочка, открываем вместе. Сейчас посмотрим, что тут мне пришло. Это с магазина Луска Истори. Все хорошо продавец упаковал. Доставка быстрая, с отслеживанием. Так, посмотрим. Люблю этот магазин. Ссылки я вам оставлю и на магазин. Так. Вот такая штучка тут. И давайте посмотрим. Итак, начнем с наклеек. Это я брала лотом. Очень бюджетная цена. 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Короче, дешевле я не находила. Вот такой наборчик. Давайте посмотрим. Вот птички, цветочки. Это идут 3D наклейки, отклеили, наклеили на ноготочек и надо закрепить. И дизайн у вас уже готов. Дальше следующие. Это вот такие наклейки на весну. Красивые цветочки. Еще цветы. Такая акварельная как бы техника. Классные вот эти цветочки. Ну, конечно, и на AliExpress можете найти и как бы отдельно по номеру наклейки. Ну, еще раз повторюсь, я брала набором, и очень мне он был бюджетно получился. Дальше вот такие. Это тематика цветов, как вы видите, практически цветы одни на наклейках. Дальше вот такие еще. Нравятся мне вот такие рисуночки, как бы наклеечки, так как они удлиняют ногтевую пластину. Листья. Еще цветы. Птички интересные, да? Бабочки даже уже есть. Вот. Розочки, красивые птички. Это 3D наклейки, девчонки. Вот такой классный наборчик. Дальше следующие. Это вот такие металлические украшения. Давно я на них смотрела, думала, надо или не надо. Но все хочу пощупать, вам показать. Вот такие разные тут есть элементы. Все пришло хорошо упаковано, ничего не просыпалось. И русалки, вот такие купидончик тут даже есть маленький. Так, давайте я немножко возьму на ручку и посмотрим, что тут есть. Да, есть вот такие усы, они идут двухсторонние. С одной стороны они идут черный, с второй золотые. Вот. Видите? Вот такие бриллиантики. Так, еще с вами посмотрим, что тут есть. Звездочки. Так, вот. Посмотрите, какие звездочки. Купидончик, как я говорила. Коронки. Они очень-очень тоненькие, девчонки. Для геля, гель-лака. Легко можно закрепить. Так, даже есть ключи музыкальные. Красивая бабочка тут такая. Посмотрите, какая это красота.
смайлики. Вот, открывать я их не буду, и так все прекрасно видно, разноцветные. Вот такие смайлики, красивые. Дальше следующая посылочка, я уже открыла за кадром. Итак, это мне пришел вот такой классный бальзам для губ в виде совы. Там есть разные цвета в продавца, я выбрала себе вот такой красный. Вот такой он внутри. Запах приятный. Вот такой бальзамчик для губ. Вот. Красивая, конечно, упаковка, дизайн супер. Если сравнить с ладошкой, немало, я бы сказала, хороший, такой большой. Следующая посылочка. Это, девчонки, мне пришли втирки. Классные, красивые втирки. У меня на канале есть видео, там огромный обзор втирок от Йоджи. Вроде бы 12 их, и яркие втирки. Кому интересно, можете посмотреть. Это вот такие две я заказала. Золото и красный. Давайте посмотрим. Вот так с фонариком. Все хорошо, продавец упаковал. Так. Сейчас поставлю. Немножко пошуршу. Ну, я всегда делаю как бы втирочку пальцем. Цвет под номером 7. Это золото. И вот такой красный. Так, ссылки, конечно, я вам оставлю. Так, наполняемость стирки хорошая. Как бы расход втирки идет минимальный. Я втирку, вот, пол баночки точно есть. Продавца заявлено вроде бы 2 грамма. Так, тут только бы не просыпать. Я всегда втирку делаю на топ. Теплый топ без липкого слоя. Втираю пальцем. И вот такая красная. Так, я уже за кадром сделала втирку на типсы. Вот эта золотая такая красивая. Нанесла я топ, просушила и сразу сделала втирку. На теплый топ втирка стирается гораздо лучше, нежели на холодный. И закрепила слоем базы и слоем топа. Главное, после того, как вы сделали втирку, еще немножко просушить лампы и с торцов убрать лишние. И вот такая классная, красивая, красная. Действительно, она красная, девчонки. Втирки обалденные. Я вам их советую. Посмотрите, какая это красота. Всегда я втирки закрепляю слоем базы и топа. Еще раз повторюсь, главное убрать все с торцов, чтобы хорошо носилось. Дальше, следующая посылочка. Это мне пришли гель-лаки, хамелеончики от Guerlain. Так, посмотрим. Это идут баночки стекло, емкость 7 мл. Вот это идут хамелеончики. Давайте посмотрим с вами состав. Вот немножко поближе. Итак, цвет, номер цвета идет на баночки, на донышке баночки идет номер цвета 22005. И второй у меня 22006. И давайте сразу же выкрасим их. Так, взяла я свои типсы. И на черную подложку сразу выкрасим. Так как это хамелеончики, их лучше наносить на черную подложку. Вот. Консистенция у них не жидкая. Посмотрите, какая это красота. Полные. Ну, где-то вот столечки. Цена у них бюджетная, девчонки. Итак, первый цвет это у нас 05. 22005. Так. Выкрасим. Смотрите, какая-то, девчонки, красота. Такой он идет хамелеончик. Синий, фиолетовый, розовый какой-то такой. Вот. Что-то под втирку.
красота просто, да? И давайте следующий сразу выкрасим. 2206. Кисточка ровная. Тут еще присутствует какой-то такой зеленый. Я сейчас вам поднесу поближе под камеру. Вот такие красавчики. Посмотрите, как красиво. Вживую гораздо круче смотрится, нежели на камеру. Просто завораживает эта красота. Так, хочу еще вам поближе показать. Вот так. Там есть, продаются разные цвета на любой вкус. Я думаю, что каждая из вас что-то себе подберет. Итак, следующая посылочка. Это мне пришли тени. Вот такие красивые яркие тени для вечернего образа. Взяла себе вот такие черные с блестками. Там продавца есть разные цвета. Интересная такая коробочка. Вот эта фирма. И давайте посмотрим, что тут есть. Есть срок годности, конечно, это плюс. До 7-21 года. Дальше у нас состав есть. Так, поднесу поближе. 24 месяца после вскрытия. Так. И сейчас посмотрим эту красоту, девчонки. Люблю я такие темные тени. Вот такой дизайн упаковки. Тут также заявлено состав и срок годности. То же самое получается, что и на коробке. Так, фокус. И давайте откроем, посмотрим поближе. Вот такая кисточка тут есть. Вот такие красивые блестяшки. Вот, посмотрите, какая это, девчонки, красота. Получается, у них такая прозрачная основа. Вот. Такие тени, блестяшки. У меня когда-то был карандаш такой. Он мне очень нравился. Он у меня уже закончился. И вот взяла себе такие тени. Главное, что все пришло целое. Доставка с отслеживанием. И очень быстро они ко мне пришли. Дальше. Следующая посылочка. Это, девчонки, мне пришел вот такой классный штампик. У моей дочки есть подобный штампик такой. Ну, у нее там подушечка идет черная, зефирка. И тут у меня обзор закрыт. Это новиночка. Прозрачный он идет. И как бы видно, куда что ложишь. Сам штампик липкий. Подушечка упругая. Вот такой красавчик. Нравится мне вот такой дизайн. У меня есть такие кусачки и пушер, кисточка. И вот еще такой штампик у меня будет. Ссылки на канал дочки я вам оставлю в описании под видео. У нее такая же тематика, как у меня. Очень много всяческих красивых заказов с AliExpress, товаров с AliExpress. Так что заходите на ее канал, поддержите ее подпиской. Мне будет очень приятно. И также можете посмотреть. У нее практически она каждое тестирование делает своим штампиком. Зефиркой только я еще раз повторюсь. У нее тут черный, он очень классный, липкий. И обзор у нее там закрыт. Кому интересно, посмотрите у нее на канале. Это, девчонки, мне пришел вот такой красивый гель-лак от фирмы H&M. И вот заказала на пробу один. Это большая баночка, идет 10 мл.
также блестяшки, вот состав. Разные красивые цвета есть продавца. Баночка стекло. Вот такие красивые блестяшки. Вот где-то столички наполнено. По плечике. Немножко, может, меньше. И давайте сразу же выкрасим эту красоту. Такие красивые блестяшки. Вот это я выкрасила в один слой. Так, цвет 66006. Дальше следующая посылочка. Это наборчик. Я брала его не себе. Так, сейчас с вами посмотрим этот набор. Это, короче, идут акрилатики, верхние формы, также лопатка и кисточка. Так, бюджетный наборчик. Вот такая кисть тут идет. Акрилатики. У меня уже обзор на эти акрилатики был на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Вот такая лопатка для работы с акрилатиком. Так. Красивый дизайн кисти. И страсти внутри. Обычные формы. Конечно, можно и заказать это отдельно, но набором всегда дешевле получается брать. Можно взять прилатики, формы, это все есть отдельно. Ссылки постараюсь вам оставить как на набор, так и на отдельно все. Вот формы идут с разметкой, разные размеры и, конечно, цвета. Так, тут получается прозрачный, нуды, пинклер кофе и Soft Pink. Вот такие цвета. Состав посмотрим, что тут появлено. У меня на обзоре были такие акрилатики полигели 12 штук. Кому интересно, можете посмотреть. Я делала выкраску, тестировала их вместе с вами. Так. Доставка с магазина очень быстрая и с отслеживанием, девчонки. Следующая посылочка. Это мне пришла пластина от GR-ок. Я очень люблю GR-ки. Вот такая пластина. Это новогодняя. Пластинка под номером JR-194. Красивые такие элементы новогодние, яркие. Merry Christmas. Надписи. Я люблю пластины от JR. У меня очень много разных пластин на канале. Кому интересно, посмотрите. Дальше. Следующая посылочка. Это мне пришел вот такой гель-лак от Elite 99. Емкость 7 мл. Так, тут есть QR-код. Состава нигде нету. Это нюдовый цвет под номером 06. Давайте сразу же и выкрасим его. Хороший, приятный, девчонки, цвет. Вот. Ну, он плотный, как видите, на два слоя, на ноготочках хорошо будет. Конечно, минус, что нет состава, но цвет приятный, цвет 06. Нежный такой. Баночка идет стекло. И еще одна посылочка, вот так продавец упаковал, это также мне пришел гель-лак, он дешевый, бюджетный, вот такой, это идет пластик, емкость 5 мл, очень маленький, цвет на донышке 49, ну цена бюджетная, девчонки, очень даже бюджетная. И давайте посмотрим цвет, посмотрите, какой это красивый такой синий цвет.
очень красивый. Давайте сразу же выкрасим. Баночка полная. Консистенция у этого гель-лака такая маслянистая. На два слоя будет замечательно. Конечно, одного слоя мало, так как он проплешивает. Ну, не очень, так совсем чуть-чуть. Если средним слоем, можно легко уложить. Вот такой гель-лак. Там разные цвета есть продавца. Конечно, каждая подберет для себя свой цвет. Это, еще раз повторюсь, 49. Вот такая у нас сегодня была большая распаковка. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Также я вам оставлю ссылку на APN Cashback, хороший кэшбэк-сервис. Регистрируйтесь и экономьте на покупках на AliExpress и других интернет-магазинах. Хорошего вам дня! Отличного настроения, удачных покупок и всем вам до новых встреч. Всем пока-пока!